Пострадали еще 44 человека, из них 8 дети. В Братске с каждым днем растет число укушенных клещами. Большая часть подцепила насекомых на собственных дачах. При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом в Братске не зарегистрировано. Напомним, в этом году паразиты показали свои зубы на 3 недели раньше обычного. Первый случай был зарегистрирован еще 7 апреля. Всего на сегодняшний день в Братске от укусов клещей пострадали уже 93 человека. Если сравнивать с предыдущей неделей, то это рост практически в 2 раза. На прошлой неделе у нас было 22 укуса. То есть каждую неделю теперь будет у нас увеличиваться количество, потому что солнечная яркая погода все равно она благоприятно сказывается на активности насекомых. Специалисты напоминают, самым эффективным методом профилактики от клещевого энцефалита является иммунизация. При этом, если вы все-таки обнаружили на своем теле паразита, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.